В центральном районе столкнулись две иномарки. Пострадал ребенок. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения. Кто кого не пропустил, разбирался наш корреспондент. Перекресток улиц Энгельса и Коммуны. Столкнулись Opel и Нива. Вот иномарка идет на поворот и не пропускает отечественный автомобиль по встречке. По предварительной версии, пострадал ребенок из иномарки. По рассказам свидетелей, ему оказали помощь прибывшие врачи. В Копейске иномарка сбила школьника. Инцидент попал на камеру уличного наблюдения. Вот белая машина поворачивает направо. Как на дорогу одновременно с авто выезжает ребенок на велосипеде. Есть данные, что за рулем автомобиля марки «Шкода» была девушка. Школьник, вероятнее всего, получил ссадины и ушибы. В Челябинской области УАЗ-патриот улетел в кювет. Пострадал пассажир отечественного внедорожника. По предварительным данным, шофер, направляясь из Слюдорудника в Кыштым, не справился с управлением и съехал в кювет, сломав несколько деревьев. Пострадал 38-летний пассажир. Из машины его доставали спасатели. Несколько машин разбились в районе Коркино. Видео засняли очевидцы. Догонялся кто-то. По предварительным данным, водитель большегруза создал помеху для попутного автомобиля «Шевроле». Водитель легковушки затормозил, чтобы не столкнуться с грузовиком. В итоге все равно получил удар, но от «Деонексии», которая ехала сзади. «Шевроле» выкинула на встречку, где она врезалась в «Митсубиси», а «Нексия» полетела в грузовик. В результате аварии образовалась огромная пробка. Пострадали водитель «Шевроле» и водитель «Нексии». От удара одна машина вспыхнула, другая перевернулась. Авария в районе улицы Пети Калмыковой и Черкасской. А что так быстро пожарные все приехали? Кто не перевернулся? Вон он стоит. Нет. Сережка вон стоит. По словам очевидцев, помощь медиков потребовалась женщине, которая оказалась в перевернутой машине. Она повредила колено. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. А это кадры с видеорегистратора. Автомобилист подрезал автора видео и объехал по встречке. Такой опасный маневр мог закончиться аварией. По словам очевидцев, позже Шумахер едва не сбил человека на пешеходном переходе.